Да чувак, ты татуировочка, ну серьезно, дай по-серьезки сейчас, реально, что случилось? Ты уходишь с Ютуба? Я не знаю, я хочу просто напоследок сыграть с тобой дуэльку и удалить эту игру навсегда. Слушай, ну если я сейчас попаду по нему с 40, это будет просто полный трэш. Что? 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 Я там! Он с читами решил сыграть или что? Что-то было вообще, алло? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И под прошлым троллингом вы все писали за тролль ТикТака. Так вот, у ТикТака прямо сейчас стрим. Я ему кидаю донат и буду его троллить. Потому что я буду играть дуэль с наблюдателем. Поэтому, ребята, прожмите лайкусик за это видео. Обязательно подпишитесь на мой канал. Ну что же, а мы погнали кидать ТикТаку донат. Ну и как мы видим, ТикТак начал стрим, погнали ему кидать донатик, я уже все подготовил. Брат, я ухожу с Ютуба и готов сыграть дуэль на 500к голдишки. Кстати, да, у него на аккаунте ровно 500к. Я знаю, что ты играешь лучше, поэтому удачно тебе победить. Модя, иди, и я тебя приглашаю. Это будет очень горячо. Самое главное, чтобы он поверил, то что я реально предложил ему такую дуэль. Так, все, ребят, донат пришел. Прикол. Пришел мой донат! Смотрим! Брат, я ухожу с Ютуба и готов сыграть дуэль на 500к голдишки, значит ты... Ля, такие смешные. Чел задонатил под неком кем-то ПК, думает, что я дебил. Ты меня за кого держишь, что я дебил, что ли? Блин, он подумал, что это не я, мой фейк, потому что я кинул слишком маленький донат. Аж неловко как-то вышло. Подожди, стой. О, вот он я. Что случилось? Что случилось? Он говорит, с Ютуба ухожу! Что за прикол? Все, ребятки, ништяк. Алло, что случилось, напишу. Брат, это конец. Я ухожу с Ютуба навсегда. Я ухожу с Ютуба навсегда. Я не шучу. Как же это жестко! Тебя взломали? Взломали? Подожди, я сейчас проверю, он это или нет, пишу. Я сейчас позвоню кенту. Нет, это я, Илья, напишу. Нет, это я, говорит Илья. Просто я не... Я устал. Сейчас позвоню, подожди, это прикол или что? Подожди. Вот, я звоню. Алло. Алло, да. Это ты в лобби, чувак, это ты? Да, мужик, это я. Ты прикалываешься, что случилось? Не, Саня, это не прикол. Я тебе говорю, все, я устал. Да, чувак, ты татуировочка, ну серьезно, дай по-серьезки сейчас, реально, что случилось? Не знаю, дядя, у меня тильт. У меня просто тильт, я не знаю. Видосы не заходят, онлайн маленькие, вообще ничем не хочу заниматься, все. Ты уходишь с Ютуба, нахрен, ты прикалываешься, зачем? Да, все, это конец. Пипец, чувак, что ты хочешь? Да я не знаю, я хочу просто напоследок сыграть с тобой дуэльку и удалить эту игру навсегда. Серьезно, ты сейчас прикалываешься или нет? Просто хочу с тобой сыграть дуэль на весь мой инвентарь, который стоит примерно 500к. Посмотрел, у тебя как раз балик тоже 500к. Ты что, прикалываешься, чувак? Успокойся, я говорю, какой нахрен дуэль на весь инвентарь, алло? Если ты со мной не сыграешь дуэльку, я просто продам свой инвентарь за 0.3 и все. Не, стой, какой на 0.3, стой, подожди, не надо, алло. Давай, мужик, я тебя жду в лобби, сыграем просто на последний раз в моей жизни и все. Я думаю, ты меня выиграешь, ты играешь лучше, чем я. Просто минус 500к будет и все. Хорошо, окей, а с меня что? А с меня что? Я не знаю, дядь. Ну, я думаю, ты выиграешь. Но давай тоже, чтобы было по-честному, тоже 500к. 500к! Ну, мне уже все равно, я говорю, я буду играть просто так на шибись, я проиграю, скорее всего. Типа, ты у меня просто, ты мне просто аккаунт отдашь, если я выиграю или что? Да, просто даю тебе аккаунт, все, забираю его навсегда, мне он не нужен. Окей, давай, нет, проверка нахрен, ну давай, ровно 4 или нет, и чтобы я понимал, продай какой-нибудь нож за 0.3, я тебе не верю. Смотри, прям сейчас, давай, зайди прям сейчас, окей, мне все равно, я говорю, я ухожу, все, я хочу просто напоследок, думаю, сделаю тебе приятно, думаю, может тебе отдам хотя бы все скины, не просто солью. Какой нож, давай, я не верю тебе нахрен. Хорошо, заходи, давай, я сейчас посмотрю, просто какой первый тыкнул, тот нож я ей продам. Ты что, серьезно ли? Да, я не шучу. Я тебе говорю, все, чувак, это все, это конечное. Давай вот этот новый фанк, вот этот фан-хаунт, видишь? Ну давай, хорошо, покажи, давай, окей, я не верю, не. Да, вижу. Все, видишь, зашел на него? Да. Смотри, оп, все, я продал его, все. Продал. Чувак! За 0.3 реально! Ты нормальный? Зачем? Стой, подожди, ты что, реально хочешь уйти? Все, чувак, я ухожу. Окей, хорошо, только не продавай. Лучше я у тебя выиграю твой инвентарь, чем ты его продашь кому-то непонятно за 0.3. Да, я говорю, все, мужик, я тебе даю последний шанс. Хорошо, окей, играем дуэль, грубо говоря, на твой весь инвентарь. Если я проиграю, с меня 500 000, если ты проиграешь, у тебя весь инвентарь. Да, вообще без проблем, да. Давай, встретимся в лобби. Начинать план скам.
Let's go, let's get it. Все, я, так, я создаю прямо сейчас лобби. Создать лобби, давайте, создаю лобби. Посмотрите, какой наблюдатель в этот раз беспалевный. Блин, если честно, я так тик-таку рассказал. Я же даже сам на секундочку во все это поверил. По-любому не спалит. И сразу, главное, быстро запустить, чтобы он ничего не заметил. И погнали, дуэль на 500к. Все, почти очень заходит и быстро запускаем. Главное, чтобы он ничего не спалил. Удачи, бывший друг. Ты был хорошим другом. Ты был хорошим другом, он говорит! Главное, чтобы наблюдатель не вылетел. Все, наблюдатель тоже загружается. Все, имба. Интересно, какая там у него реакция? Мы идем в дуэль на инвентарь кита, пока он хочет уйти с игры. Так, все, найс, тик-так, прямо сейчас зашел. Все, давайте, прямо сейчас, смотрите, что делаю. Я его просто выбрасываю мои скины. У него М40, ребята. Ой, тик-так смотрит, все. Теперь он точно поверит в то, что это я. У него юзгенезис, мужики. Ох, ребят, дуэлечка на 500к. Самое главное мне не позориться и не проиграть с наблюдателем. Иначе это будет эпик фейл. Ладно, мужики, погнали наказывать молодого. Все, через 10 секунд начинается мега-битва. Мы сейчас должны выиграть эту дуэль по-любому. Дуэль на полмиллиона, грубо говоря, на весь его инвентарь. Ребята, естественно, я как настоящий профессионал в первом раунде беру исключительно дигл. Потому что все киберспортсмены играют с диглом, правильно? Если вы играете без дигла, то вы тупо голимый нуб. И лайк поставили, кто не поставит лайк, тот... Тик-так стоит на базе, прям сейчас бежит в дом, бежит в дом, бежит в дом. Я это сделаю, дуэль на весь его инвентарь. Может, маслину поставим прям сейчас? Поставь! Я это сделаю. Я попал по нему буквально за одну секунду. Слушай, это будет сильно жестко, если я прострелю через съемку, как думаете? Я думаю, это будет слишком жестко. Тихо, у меня кнопка присесть исчезла нахрен. А он стоит за ящиком, он прям вот, вот тут он. Попал! Я два раза попал, как он выжил! Давай, давай, выходи. Так, у тик-так осталось 6 хп, давайте возьму USP и попробую его добить. Тихо, у меня 6 хп, у меня 6 хп. Так, он сейчас тут будет. 3, 2, 1. У него, кстати, этот, у него дигл, он меня не убьет просто. На! Сюда! Ох ты, говнюк чела-то какой! Блин, нельзя, конечно, радоваться, но если я его выиграл, он мне даст весь свой инвентарь. Первый раунд ничего не значит! Мужики, ща мы его заберем, не переживайте. Мы это сделаем, мы заберем его фул инвентарь, мы заберем его фул инвентарь, поехали. Берем фомастик. Слушай, а давайте я где-то запрячусь. Ну 500к, конечно, проиграть это будет трындец. Прикиньте, он заберет 500к и продаст их нахрен. О, он сейчас будет идти в дом, он сейчас будет идти в дом. Найс! Нифига, смотри. Ну это изи катка будет, пацаны. Хорошо, второй раунд он тоже меня забрал. Все идет по плану. Я кента всегда выигрывал, это изи катка. Это... Так, давайте в третьем раунде. Знаете, что я сделаю? Я сейчас возьму берецы. О, я вообще буду разбереться. О, хаешку и берецы. Мы полные нубы. Берем М40 даже, я ему даже немножко поддамся, мужики. Берем М40. О, он взял М40. Тик-так, ему, братик, 3, 2, 1. Попал, попал, родимый! Ты нормальный? Так, ребят, сейчас тик-так высунется и получит по шапке. Он сейчас будет сверху. А, твою налево. Ну-ка, я тебе тоже гранатку лови, лови. Опа! Я с берец по нему попал, прикиньте. А не попал, а не попал, а не попал. О, он пошел. Стоп, 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 стоп. Он пошел. Так, куда он пошел? Ждем, он там сидит, тихо. Найс, он пошел в темку, он пошел в темку. Это у него руки были или мне показалось? Ну что, начинаем стрелять. Тихо, я сейчас его хочу зарезать, тихо, я хочу его зарезать. Так, ребят, он прям сейчас идет на лонг. Обходим, обходим его, обходим, тихо, тихо, обходим. Погнали, мы сломаем кабину. Он с префайра меня убил, я же шифтил! Так, ребят, в этом раунде мы уже потихонечку подключаем элементы троллинга. Я хочу взять вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И давайте попробуем играть с М40. Я понимаю, что скорее всего я солью, но, говорится, попытка не пытка. Давайте попробуем. Заберем весь его инвентарчик, мужики. Ладно, поехали, поехали. Так, а что там тик-так идет? Тик-так идет к нам. Тик-так идет к нам. Чекайте, еще буду по ним жестко. Ну как? Как? Попал! У меня 60 хп, прикиньте. Ну у меня 60 хп осталось, алло, чел! У меня начинает, очища гореть, алло! Твою мать, как? Попал, попал, у него 39 хп. Это нормально, у меня 39 хп! Это лютейшая имба. Слушай, ну если я сейчас попаду по нему с М40, это будет просто полный трэш.
Вау! Что? 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 Я дал! Он с щитами решил сыграть или что? Что-то было вообще, алло? Как же это жестко! Как будто он читы включил сейчас. Так, ребята, он берет дробаш. Слушайте, давайте я тоже возьму дробаш. Дымобуху, хаешку, флешку, все как надо. Слушай, ну это прям идеально. Бросаем вот так вот дым. Бросаем хаешечку по нему. Ну, блядь, ну как? У него 42 хп. Не, ему хана, я тебе отвечаю. Я его ослепил. И прямо сейчас я захожу ему в спину. Чекайте, он тут. Он меня не перестреляет, я тебе отвечаю. Давай, брат. Смотри. Походу у него сейчас просто взорвется его психика. Дуэль на полмиллиона! Ребят, психика Тик-Така вышла из чата. Мне даже как-то жалко стало. На секунду. Не, ребят, за это прожмите лайкусик обязательно. Для подобных троллингов мне нужен очень дорогой инвентарь. Так вот, где же я его беру? Где же поднимаю свои скинчики? Конечно же, на булдропщике. Тем более, там вышел новый ивент. Фабрика эльфов. Ты фармишь карамельку, и эту карамельку меняешь на топовые скины. Прикиньте, как же это круто. Также там добавили новую коллекцию касиков. И самое главное, сверху на твоей башке есть секретное слово. Ты ее вводишь и забираешь свой приз. Все нужные ссылочки снизу, а мы идем дальше. Ну давайте в этом раунде я Тик-Таку солью. Давайте, чтобы он не подумал, что там какой-то софтер и так далее. Я ему жестко солью. Давайте я возьму М4-1. Слышишь, он меня вообще дрючит жестко как-то. Собрались. Я придумал, давайте я сам себе накоцаю, чтобы у меня осталось там, ну, 10 хп. Я сам себе накоцаю, чтобы у меня осталось буквально 10 хп. Очень подозрительно как-то он играет, не? Сейчас... Что происходит? Я немножко переборщил. Что происходит, алло? Он вообще нормальный, не? Ой, блин, залагало. Говорит, залагало. Так, ну что ж мы берем в этом раунде? А в этом раунде я предлагаю взять Фомась и все гранаты. И сейчас попробую попасть по нему. Ой, сейчас будет жестко. Ух, нифига, он рядом прокинул хаешку. Ого, не попал, прикиньте. Тихо. Давай. Смотри. На. Делал вид, как будто меня все залагало. Все, идеально. Ну, вы понимаете, если я буду жестко палиться, то что у меня наблюдатель, то Тик-Так кто-то заподозрит. А так, вот так вот, беспалено наблюдателем, я прям сейчас выиграю Тик-Така. Так, счет 3-4, Тик-Так побеждает. 4-3. Так, хаешек уберем, поехали, полетели. Полетели, мужики. В этом раунде я возьму спасечек, возьму хаешечку и возьму дым. Все, найсик. Слушай, а как им идея, если я запрячусь прямо сейчас в дым? Давайте сейчас я брошу по нему хаешку. Вот там, тихо, вон там. А, он идет через стенку, он тут. Он будет простреливать меня или нет? Ну-ка, за щитами, ну-ка, проверка. Блин, я не хочу палиться. Я жду, чтобы он вылез, и сейчас будет полный угар. Я сейчас так повел, он мне будет простреливать или нет? Смотри, может, у него нет щитов, что-то мне пока показалось. Он бы меня простреливал бы, наверное, да? Так, он поднимается на ступеньки, максимально беспалено. Он сейчас будет тут, чекайте. Были бы у него щиты, он, наверное, меня бы простреливал, да? На! Минус щелюха! Как он узнал? Я сейчас жопу говорить. А почему? Как он узнал? Ну типа, это либо тайминг, либо у него щиты. Я по-любому думаю, что он просто в шиках. Он не понимает, что происходит. Как? Откуда? Почему? Так, ну что же, в этом раунде я возьму. Жалко, на ВП не хватает. Я возьму вот так. Вот так вот. И давайте мы еще купим сейчас, пацаны, дигл. Так, все, я АВМ беру. Я Савика его тупо рубану нахрен. Тик-Так взял свой авик, ты хара, дименький. Слушай, давайте по нему хаишечкой закинем. Вот, попытаемся. 3, 2. Он думает, он меня выиграет. Не, братишка, не. 1. Давай. О, 0 хп. Как ты задолбал меня прокидывать? Хаешка 0 хп, прикиньте. Еще раз это ты сделаешь. Гори, ясно. Попал парадимову, попал. Мой ты маленький пупсик. Я не могу, он там прокидывает в меня все. Что мы делаем? Давайте я прям сейчас брошу флешку. Делаем, давай, иди сюда. Вылазь. Чтобы он ничего не видел и попробую незаметно пробежать сюда. Как думаете, меня спалило или нет? Все, он не знает то, что я тут. Я выйти не успеваю, алло, как? А я прямо сейчас запрятался против Тик-Така в кармане. Вылазь, карапусик ты мой, вылазь. Блин, знаете, что все пишут в чате? Все в чате пишут, он смотрит стрим. А никто не знает, что там есть наблюдатель. Я не знаю, где он, блин, у меня тайминг, время заканчивается. Так, он сейчас будет бежать ко мне. Можно на нож попробуем посадить?
метафоре. Бля, туда прокинул смог. Да, на нож! Да! Мы наказали Тик-Така, на нож насадили! Ой, хорошо-то как. Если вначале каточка не шла, я еще размялся, и игра пошла так, как надо. Так, ну что, беру Тик-9 и хаешку. Ща, пацаны, хаешечка и Тик-Таку прям по арабу заброшу. Так, что там делать, Тик-Так? Подожди, не мешайте мне, пожалуйста, не мешайте, мужики. А Тик-Так прямо сейчас прячется, прячется. Родименький ты мой. Что, братва, забрасываем по нему хаешку, как думаете? Я слышал, он топал. Он там топал, я слышал его. Он сейчас в тёмке. Тут, не? Где он, не понимаю. Чекайте прикол. 3, 2, 1, давай. Ну ка! На, у него 33 хп. Как же идеально попал. Ребята, и теперь не спеша спокойненько плентим. Я представляю, как жестко у него горит. Он не понимает, что происходит. Твою макалку. Все, легчайше. Легчайшего для величайшего. Не могу, у меня это вообще отчаще горит. Слушайте, а давайте я ему в конце напишу. Бро, а я передумал ходить с ютуба. Я его вынесу нахрен, я его вынесу, если отвечаю, я его вынесу. Давайте, чтобы Тик-Так ничего не заподозрил, я сейчас себя накоцаю. Вот так, давайте, а ну-ка. Опять я себя замочил, то ядрить колотить. Напишу, чё за... Ну, ребят, поняли? Я хочу сейчас сделать там 10 или 20 хп. Чё за, говорит, чё за? Давайте попробуем. 10 или 20 хп надо себе сделать. 36 хп. Аккуратненько идем. Ай, все, ну ладно, 36 хп тоже нормально. Так, и плюс я еще давайте возьму... Давайте вот возьму дробаш. Имба! Где он там? Алло, иди сюда! Чисто полный янубас. Тик-Так прямо сейчас, он меня слышит. Он сейчас будет меня пушить, походу. Плюс полдайма написали в чате. Он где-то стоит, АФКшит, не? Все, найс, он меня забрал. Ухля! Изи, вообще я удрючу, все! 6-6, сейчас подниму! Ну что же, счет 6-6. Давайте мы прямо сейчас Тик-Таку подарим еще один раунд. Я беру обратно дробаш, я беру вот так флешку и погнали дальше. Все, найс. Чтобы взять такого, чтобы я его вынес. О, а Авик. Авик с Авика я его по-любому вынес. Ну просто представьте, как это будет смешно, когда буду стрелять по Тик-Таку с дробаша, а у него Авик! Ну это прям лютый угар. О, граната, граната. Не, я говорю, у него как будто ВХ. Мне кажется, сейчас граната прилетит. Не, хорош. Забрал меня Тик-Так, все. Посмотри, какой он набас, я его на изичах. 3 раунда и плюс 500 000. Ну а теперь, ребят, я думаю, настало время мотивацию поднять надо. Мотивацию надо поднять. Настало время наказывать Тик-Така. Я беру АВМ, я беру бронечек, я беру хаишечку. И погнали давать по попочке Тик-Таку. Тик-Так ему сидит темку, идет родименький. И получает. Тихо. Твою налево. Хэдыщ! 43 хп. Давайте забирать Тик-Така. Я его вынесу, я вам говорю, смотрите сразу. Ах ты негодник-то какой. Смотри, изи, перестрелка, давай. Тик-Так сидит, ждет меня в пикселе там. Кто кого? Ну давай, что ты засал? Братик, прыгни, просто прыгни. Тик-Так, родимый, прыгни. Прыгнул. Ой, засал, смотри. Давай, тактика пиксель, моя корона. О, май, тактика пиксель сработала! Ну как, ну хит же был, алло, хит был! Да! Давай, на авиках он захотел со мной поиграть. Зря, ой, зря, малыш, на авиках он захотел поиграть. А что вы думаете, если я попробую обойти через тёмку и посадить его на нож? Я понимаю то, что это будет практически невозможно, но я хотя бы попытаюсь. Ага, делаю вот так, все. Гранатку тебе прокидываю. Тик-Так в тёмке. Тик-Так прямо сейчас в тёмке. Давайте я попробую хаешкой по нему попасть. Попаду или нет? А где? Не, не попал. Ни хрена, граната тут взорвалась. А где он, алё? Пожалуйста, мужик, не спали то, что я в тёмке. Не спали. Он стреляет! На! Лежи, стой. Отстань! Блин, не понимаю, где он. Не палимся. Все, мы успешно прошли. Тик-Так не знает, где мы. Или нет. Он где-то обходит меня, да? Он меня обходит, да, пацаны? Но прямо сейчас, ребята, будет высший пилотаж троллинга. Бросаю и с ножом бегу. Я себя ослепил. Он тут. На! Сюда, 8-7, все. Изи аккаунт, мужик, изи. Это полная габелла. Как я ослепил себя.
Что, ребят, ну я думаю, настало время ломать ему кабину. Счет 7-8, и мне это не нравится. Мне это очень сильно не нравится, мне тик-так побежать, потому что гоните. Я проверю его на ВХ. Подожди, проверка на ВХ. Он незаметненько потихонечку прокрадывается в темке. Проверка на ВХ, мужики, смотрите. И сидит слева, вот тут. Он тут слева. Раз, два, три. Ждем. Счет 8-8. Интересно, он что-то заподозрил? А что это было? А что это у нас было такое, а? Я думаю, он трындец как что-то заподозрил. А что это мы делаем? Ну что же, счет 8-8. Так, ребят, в этом раунде я беру вот так вот абсолютно весь закуп. И давайте возьмем 40. А тик-так просто стоит на базе. Он не понимает, что происходит. Не, это ВХ у него 100%. Давай я попробую до него докинуть. Интересно, кину или нет, Молик, как думаете? У него ВХ, я говорю. Ну я говорю, у него ВХ, я даже выйти не успеваю. У него ВХ. Почти докинул, видишь? Вот сейчас хочу хаешкой по нему жестко попасть. Не знаю, выйдет или нет. Давай, попади, Радимий. Нормально? 0 хп! Он мне хотел гранату прокинуть. Ты взял под ноги прямо, тупо я не могу. А я тебе гранатку, лови! Ой, меня было, да? Обмен гранатами, малыш. Давай, вылазь. Бросаем флешечку. Вылазь, можжевельник. И в прыжке, давай! Скажем так, я не умею играть в 740. Признаюсь. Полмиллиончика твой. ВХ! ВХ ты мой родной. 9-8, чего я еще проиграю? Не-не-не-не-не, но нам проиграть нельзя. Да ты что, братанчик, я тебе люблю, ты взял М40, мой ты пупсик. Я знаю, что я делаю. Я знаю, что я делаю, смотри. Взял М40, родимый, иди сюда на базу. Ну что, братва, забрасываем по нему, вот так вот, аккуратненько. Ждем, смотри, он не попал, не попадай, тихо. Понял. Ждем. Давайте его обойду, так по брейну, попробую обойти. Надеюсь, он не спалится тут. Представьте, как было бы смешно, если бы я сейчас посадил на нож. Если я вообще посажу на нож, с вас лайк, подписка. Ну давай, иди сюда. Я специально шевчу. Да! И что это было? Скажешь ты мне, а? Вы это сделали? Да! Мы тупо гении этой игры. А что это мы делаем, а? Ребят, с вас просто лайк, подписка за это. Погнали. У тик-така по-любому жестко горит. А ну-ка признавайте, что это мы делаем. Все в чате пишут, минус 500к у тик-така. Просто весь чат пишет. Слушай, ну я еще хотел бы по нему попасть хаешкой или моликом. Прям сильно хотел бы. Что мне купить, я даже не знаю, блин, а? Так давайте еще пробую хаешкой попасть. Давай, родимый. Ладно, давайте эмку возьмем. Он не попал уже даже. Давайте эмку возьмем, хрис. О, месяц идея, я сейчас смотрите, что я сделаю. Найс. Твою налево, алло, я не... И убегаем, все. Я не успею закупиться, алло! Имба! Все, ну я думаю, мы еще его заберем. Счет 9-9, тихо. Счет 9-9, алло. Да, у тик-така USP? А че он играет с USP? Я че не понял, он играет с USP? Я его заберу по-любому. Смотрите, сейчас флешка залетает по нему. Так, он сейчас будет диффузи, да? Я его заберу, он тут, он в ребрах. Он не понимает, что происходит. Он бегает влево-вправо, по плантуду побегает. Где он? Давай, родной. Твою мать! На! Мы его выиграли. Я думал, он в ребрах. Нет, стой, пожалуйста, не забирай мне 500 000 голды, пожалуйста. Все, ребята, я прямо сейчас скажу ему, что это был очень жесткий троллинг. Все, ребята, я выиграл. Инвентарь тик-така, я ему сейчас напишу, что это был троллинг. Но если вам понравилось подобное видео, прямо в эту секунду, ребята, обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что ж, с вами был ваш Кентуга, всем удачи, всем пока-пока.